Нет войны, боли и страданий. Спасибо тем, кто защищал. День выхода войск из Афганистана сегодня праздником нам стал. Гордимся теми, кто вернулся, на чьих глазах мечками драма. И теми, кто навек остался, скорбатых жен, дети, мама. Над нами не было боя, от радости слезы на глазах. Мы помним всех, это святое. Вы встанем вечно, вы в сердцах.